Уважаемые коллеги, друзья, здравствуйте. Компания Karl Storz предлагает вашему вниманию новую систему для компактной эндовидеоскопии Телепак Плюс. Отличительной особенностью системы Телепак Плюс является большой тачскрин-монитор размером 18,5 дюймов и разрешением Full HD. Также видеокамера разрешением Full HD, которая позволяет отображать эндоскопическое изображение более качественно, с большей детализацией и с большим количеством градаций цветов, что позволяет получить более насыщенную, яркую картинку по сравнению с предыдущим поколением компактной эндовидеосистемы Телепак. Интегрированный в Телепак Плюс светодиодный источник света имеет высокие показатели яркости и функцию автоматической подстройки яркости под изображение. Интенсивность светового потока источника света сопоставима с таким источником света, как PowerLED 175, который применяется в лапароскопической хирургии в стационарных видеосистемах. Области применения Телепак Плюс распространяются на такие дисциплины, как бронхоскопия, анестезиология, лор-хирургия, гинекология, урология, лапароскопия, а также проктология и торакоскопия. Наряду с высоким качеством изображения, благодаря Full HD разрешению, система Телепак Плюс обладает встроенной системой документирования изображений. Емкость внутреннего накопителя составляет 50 гигабайт. Кроме того, существует также возможность записи изображений на флеш-накопитель и интеграцию в сетевую инфраструктуру лечебного учреждения с импортом и экспортом данных пациента. Телепак Плюс оснащен двумя типами интерфейсов для подключения головок камеры и видеоэндоскопов. Это C-Line и X-Line. Благодаря этим разъемам Телепак Плюс совместим с несколькими типами головок камеры для жесткой эндоскопии, видеоэндоскопами на основе CMOS и CCD технологий, а также с одноразовыми эндовидеоскопами. На задней панели прибора располагаются разъем Ethernet для подключения к сетевой инфраструктуре и DVI-выход, с помощью которого мы можем подключить Телепак Плюс к внешнему монитору. Разъемы USB требуются для подключения внешних накопителей и периферических устройств управления, такие как клавиатура, мышь, принтер и так далее. Для подключения к Телепак Плюс применяются несколько типов головок, имеющие разный интерфейс. Головка камеры TH110 имеет разрешение Full HD, подключается с помощью разъема HX к соответствующему разъему Телепак Плюс. Головка камеры TH130 имеет разъем C-Line для подключения к соответствующему интерфейсу Телепак Плюс. Рассмотрим функции системы Телепак Плюс. Подключим головку TH130 к жесткой оптике. В правом верхнем углу у нас располагается меню управления внутренней памятью и подключенными устройствами. Нажав на него, мы видим, какой источник сигнала подключен к видеосистеме. В данном случае это головка камеры TH130 с разъемом C-Line и функции внутренней памяти. Мы можем посмотреть, какое количество объема памяти занято, какое осталось для нашего дальнейшего использования. Активируя функции головки камеры, мы попадаем в меню с программированием кнопок головок камер и, соответственно, можем изменять функции, уже запрограммированные, на те, которые нам требуются в данный конкретный момент. С левой стороны экрана располагается живое меню, которое отображает основные функции видеосистемы. Это функции видеозаписи, установки баланса белого, функции фиксации изображения крупного плана и изменение ориентации изображения по вертикали и горизонтали. Также функция включения и выключения света. В нижнем левом углу располагается меню настроек всей видеосистемы, которые доступны более широкие настройки. Источник света может работать как в ручном режиме, так и в автоматическом режиме. Здесь вы можете настраивать интенсивность светового потока в зависимости от предпочтений и клинической необходимости, а также изменять его с ручного на автоматический и обратно. Автоматический режим изменяет интенсивность светового потока в зависимости от того, как близко мы рассматриваем анатомическое образование при эндоскопической процедуре. Чем ближе мы к объекту, тем интенсивность светового потока меньше. Чем дальше мы от объекта, тем интенсивность светового потока нарастает для того, чтобы обеспечивать адекватную яркую картинку. Также сохранились функции стоп-кадра, заморозки изображения,
Улучшение изображения представлено двумя фильтрами. Это антимуаровый фильтр, фильтр А и фильтр Б, который используется при работе с фиброскопами для нивелирования ячеистости структуры от фиброскопа, чтобы изображение было более плавным и равномерным. Давайте рассмотрим основные различия системы Телепак Плюс от системы для компактной эндоскопии Телепак X-LED предыдущего поколения. В первую очередь это разрешение видеокамеры, которое позволяет получать более качественное изображение. Соответственно, разрешение Телепака Плюс Full HD, о чем мы уже говорили, у системы Телепак X-LED разрешение PAL или NTSC, в зависимости от того, какая головка камеры подключена. Соответственно, качество изображения различается более чем в 6 раз по детализации. Следующим и важным различием заключается в том, что управление функциями Телепак Плюс производится с помощью сенсорного экрана, в отличие от мембранных клавиш, которые расположены вокруг экрана у системы предыдущего поколения. Ну и самым важным и главным отличием заключается между системами Телепак Плюс и X-LED – это количество подключаемых устройств, то есть головок видеокамеры и эндовидеоскопов. Система Телепак Плюс обладает двумя интерфейсами – C-Line и X-Line, что позволяет подключать несколько головок камер для жесткой эндоскопии. Это головки TH110 Full HD головка, TH111 Full HD головка маятниковая для трансуретральных резекций в урологии, а также головку для подсоединения безокулярной оптики для медиастеноскопии и позволяет подключать эндовидеоскопы на основе CMOS и CCD технологий. Предыдущая система Телепак X-LED позволяла подключать только головки предыдущего поколения Телекам с невысоким разрешением и часть фиброскопов и также видеоэндоскопов на основе CCD технологии. Еще одним важным отличием является наличие встроенной внутренней памяти объемом 50 ГБ в системе Телепак Плюс. При сравнении изображений можно видеть различия в детализации цветопередачи. Существенно более качественное изображение получается при использовании системы Телепак Плюс с камерой Full HD.